А это Хахима. Смотри, тут Вепон сержант. А, мы победили, все. Заебись. Можем выходить, в принципе. Ой-ой-ой, тут модовые пушки! А, вот что они так долго грозит. Tactical Sight, Overclock, утолщенный ствол. Короче, тут дофига этих очков, можешь сразу набирать просто кучу всего. Ой, блядь, бронебой. Так, а я же, подожди, я же взял Tactical Slicht, нет? Я взял Tactical Slicht. Почему у меня нет этого Tactical Slicht-а? После смерти, может? Нет, вообще нужно. У меня хоть M1 Grant, как бы, understand? M1 Grant. Ёб твою мать! А тут какие-то еще эти... Тут, слушай, мы играем против русских солдат, прикинь. Хочешь рофл? Тут бесконечные патроны. Ебать. Выбор отряда. У вас все занято. Так нет, ты ниже тоже можешь выбирать. Команда разведки. Ты ниже тоже можешь выбирать. Ебать тут. Слушай, тут реально бесконечно... Нет, тут... Бесконечно они к тому, что даже перезаряжаться не надо. Вот это я понимаю, вот моды, я понимаю. А как, блин, захватывать, если тут вообще ад творится? А ты что, блядь, думал? Сказку попал? Ад на земле. Ладно, я на Б иду. Я почти у цели. Мне нужна поддержка. Смысл. Давай, субботник. Ваня, ты сможешь. Так, ну я на Б, в смысле? Надо наверх, что ли, подняться? Да, надо наверх подняться. Бля, я спектейт бегу куда-то. Убил, не убил, что происходит? Ай, ко мне ворвался русский спецназ! Я не смотрел лолей! Смотрел я эти схемы. О, чисто, это гном выпрыгнул. Нормально шо? Меня в бот стреляют в спектейте, когда я... И убил меня, чё, блядь? Да? Я купил уже. Ай-яй-яй, да меня сейчас сольют! Я не могу двигаться, у меня паралич. Там что-то рыгает кто-то. Самолет. Я даю отпор русскому спецназу, ты понимаешь? До чего дошли, как бы, прогресса. Как в Call of Duty прям. Горячо. А теперь я устраиваю кровавую баню. Чисто подбираюсь, почти что вплотную. Как настоящий ниндзя. И такой... Не всех, да? Да, всех, все хорошо. Ебать, тут чувак из чего-то жарит. Прямо ебанись и улыбнись. Офигеть, их там просто, их там сколько на вот... А ты видел, как их там много было? Нет, но я вижу, как по твоему дому поливают, пиздец. Нет, вообще какой-то адский замес. Ай. Я прям почувствовал, как у моей жопки прилетела пуля. Адская дрочильня, реально, бля. Когда нет лимита по патрону, когда даже нет перезаряжаться, то можно, в принципе, плевать просто... А, мы победили. Мне не нравится этот прицел, он какой-то странный еще. Потери, 4 убийства, 44. Тут в 11 раз их сделали. Вот. Давай, знаешь что? Нет. Панджи, пошли на панджи. Жми панджи. Это так, где мы как раз бегали, помнишь, там до 160 уровня. Вот там-то сейчас, да. Не заходи! Дура. Просто отбитый. Тут по полям-то бегать, блин, опасно. Тут бежишь, тебя как... Настоящим просто какой-нибудь в Афганистане расстреливают. Ладно, вот за это можно, в принципе, полюбить этот режим.
Ну, он я скар взял, мне понравилось. А я не понимаю, как. У меня вот М-ка только доступна. А, там мотать можно! Да. Чувак! Чувак! Да! Чувак! Ебать, тут есть G36, тут есть МКВСА! Тут есть М240, тут есть печенек! Тут есть МГ42. Да. Вот я не понимал, откуда ты их просто берешь. Балдеж! АКР-ка. А чё АКР? Голограф. Нет, красная точка, утолщенный ствол. Значит, рукоятка, бронебойные. Все. Продвинулся хоть куда-то? Да, мы все захватываем. Так ее надо уничтожить же, нет? Блять! Упс, уже не захватываем. Да ебать, на пушку надо. Давай стрелять. Ой, АКР-ка, слушай, какая-то она вообще адская. Она вообще ебать, хоть какой-то... Там народу снаружи, захватывай, пиздец. На С? Да. А и типа... Где надо находиться, я не понял, снизу или сверху? Пусть не, главное, что в доме. Тут просто их еще тоже дохуя, они препятствуют захвату. А я еще, я умру сейчас. А, нет, не умер. Ай, умер. Блин, они какие-то вообще адовые. Сзади, какой он не убил его? Ой, красиво, ой, красиво. Если бы еще упал. Блин, согласись, это фановее, чем вот классические. Да. Хоть тут, типа, ну да, нереализм, типа, какая-то. Даже не аркада, это реально фановее. Ебать, на втором этаже народу 7! Это где это? На С? На втором этаже у тебя тут на С сижу. Отстреливаю весь так, этот подожди, пиздец. Я не на С, я сейчас на С бегу. Нифига ты побежишь прям по главной улице. Я просто очень верю в себя. А, и у тебя прям от головы пули в курсе, да, ударил? Давай на А, пошли на А, направо уходи. Ебать. Вообще бешеная какая-то игра. Я иду М уничтожу, наверное. Вот она тут как раз близко. Ёб твою налево! Так, ну это надо несколько раз. А, нет, две. Две гранаты нужно. Ай! Нормально летает чувак, космонавт, наверное. Блин, да слушай, бесконечные патроны, это реально какой-то ад просто. Чувак подлетел и упал в огонь. Блин, я не могу, это не смешно, реально. Мы даже не можем у ботов отхватить точку. Да их пиздец дохуя. Вот, видишь, типа, они почему-то не убиваются до конца. Чё, блядь, я ему нахуярил, блядь, полное ебло патронов. Да ему похуй. О. Они как полка мелко кали... А! Тихо! За мной бегут. Да все. Я не понимаю. Плеваю постоянно. Охуеть! Чё? РПГ отдали в меня, блядь. Стоит что? Граната! У тебя есть? Вот, катится. Взял. Ну-ка нахуй, в сторону, Ваня. А, давай я тоже. Бежит сзади! Тихо! Так, а мы взорвали или нет? Я ничего не понял. Подожди, я... кидай, уйди, уйди! А, так погоди, стой, мы дебилы. Я живой, я это подожди, это убежище. Дурак, Чешо. Так, а что с ним делать? А у нас в команде есть боты или нет? Нет, игроки. А мне кажется, нет. Что есть, что есть. На защитных точках. Ой, налево. У меня патроны кончились. Бизда, бизда. Блин. ПКМ, блядь. А я могу шинтово купить хоть? О, АК-74. Рукоятку. О, даже прицел можно.
Даже экспансивные можно. А ты тоже умер? Да. Нахуй, у меня калаш, блядь. Я сейчас пойду ебашить. Дайте мне, хочу хура делать, блядь, из людей. Бля, ай! Тихо! Прикрываю, нахуй. Cover the area. Надо нам сейчас сзади придут. Я уже слышу. Блять, это наш. Нет, а это не наш. Я буду крысить. Ай, блять, сидит там. Такой, смотри, как это смотрится со стороны. Такой. Гранату спиздил. Ты где? Никита, смотришь, у меня есть. Патроны! Надо было, вон человек с дробовиком играет, ему хорошо. У меня кэм открылся. Правда, я на него, наверное. Денег-то нету, нихуя. Ооо, вот это я хочу. Вот на обойму, если что. А, нет. Не хочу. Бля, не реально. Да ебать! Да они больные. Ну, я имею в виду тиммейты наши. Ой, блять! Пока. Этот наш долбоёб меня убил. Да. Я из РПГ, наверное, ёбнули, потому что слышал характерный звук, блядь. Ёбать тебя в сраку! Да их там... Ёбучий, в рот, блядь! Перезаряжай! Да ты не иди на них-то, когда перезаряжаешь. Сзади. Чисто обошли. Так. Ебать! А. Я куда-то вниз, короче, ушел в подвал. Это метро. Метро Экзодус. Да блин! Ебать. Это вообще откуда? Это... Оттуда? А ты сдох? А нет. Нет. А можешь меня поднять? Поднять? Тут так можно? Сомневаюсь. Пора. Блядство, нахуй! Пиздец, муравьи ёбаные! Скример уровень инсерджент. На самом деле, здорово, если метко стрелять... Ай! Если метко стрелять... То можно, в принципе... Если метко стрелять... Это не про нас. Определенно. Хочешь катку в хэндшоудаун, ставь, класс. Да слушай, бронебойные вообще их нашивают. Как родные. Босс наберет 10 лайков. Что наберет? Типа, если это видео набирает 10 лайков, мы пишем каску в хант шоудаунов. Ты умер, что ли, да, блядь? Вот уж хз. Блин, офигеть, а там осколочная эта штука, она прям отлетает. Я прошу прощения, это что сейчас было, блядь? Пока. Ну-ка, остановись. В глаза мне посмотри. Вот ты и доигрался, блядь. Тебя допрыгался, тварь. Ой-о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 й, сколько их там? Вижу. Нас хуярили, блин. Нет, еще бегут. Да бегут, они там заспавнились. Их там просто, я когда их увидел первый раз, их там было штук 5. Не знаю, может быть, штук в штуках считать. Я бы тоже опасался, блядь. Значит, убивать всех с корейскими никнеймами. Убиваем друг друга. Я ничего не понимаю. Где боты? Боты, вижу бота. Вижу бота, уничтожаю. Уничтожен. Патроны! Я убегаю за бота, у меня один патрон, я выстреливаю, а он не умирает. Ты умер? Да. Каждый раз смотреть. Да. Охуеть! Чего заходит? Куда мой РПГ пропал? Я зачем его выкинул, по-вашему? Полистай, оно у тебя за спиной, нахуй ты выкидываешь, блядь.
выкидывает. О, погоди, нашел, бам. Ай, блядь. Пиздец ты, блядь, ебанутый. Какие-то. Хлопец. Здорово, хлопцы. Они там, да, убегают из этой кишки. Значит, где-то тут они должны входить в нее. Да это он не убит, блин. А почему? Вы чё? Ребята. Прямо, блядь, перед еблом заспаунился. А я думал, типа, все его пропустили, типа, за своего приняли. Не-не-не. О, блин, зелеходился с пулеметом сейчас, куда по голове прям. Че, зачем ливать? Да. Другой что-нибудь пойдем. Давай. What you say? That you only meant well, but 'cause you did.